вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я снимаю видеоурок по просьбе моей подписчицы. Вот ее аккаунт, и давайте посмотрим ее одно видео. Мама, мастер, наколи мне мастер, чтобы все от зависти открыли свои пасти. Колет колокольчик, все мои заценят этот звонкий прикол. Мама. Мне очень нравится. Продолжи в том же духе. Мне тоже очень нравится эта песня. Она меня попросила снять видео на тему «Чужое отражение в зеркале». Это когда вы стоите перед зеркалом, снимаете себя и свое отражение. Но ваше отражение вас не повторяет. И если вы запутались в моих объяснениях, то лучше посмотрите пример. И перед тем, как я покину город, я прошу любимые очертания сказать. Я так хотел, чтобы я покинул тело, чтобы я... И прежде чем мы приступим к разбору этого трюка, подпишись на меня в Ютубе, на меня в лайки и на меня в ТикТоке. И как всегда, в каждом видео я буду передавать приветы. И сегодня я передам каналам Ксюша Лайк и Илька Милька. Привет! И привет одному лайкеру. Вот ее аккаунт, и давайте посмотрим ее одно видео. Ты очень круто снимаешь. Продолжай в том же духе. Мне очень нравится. Для этого видео нам понадобится программа Light, где мы снимем видео, и программа Ghostlands R, где мы будем монтировать наши видео. Заходим в программу Ghostlands R. Выбираем коллаж вертикальный. Видео. Ставим телефон на штатив. Выбираем таймер на 5 секунд. 10 секунд у меня будет длиться видео. Обратно нажимаем на таймер. Выбираем ту часть, где буду снимать себя. И включаем. Получилось очень круто. Давайте посмотрим. Получилось очень смешно и круто. Давайте сохраним. Next. Save. И еще раз save. Все, наше видео сохранилось. Переходим ко второму способу. Заходим в лайк, выберем любимую музыку. Я выберу вот эту. Нажимаем присоединиться. Ставим телефон на штатив, чтобы было видно и меня, и отражение. Это самое главное. И самое главное еще, чтобы телефон был неподвижен. И включаем съемку.
И теперь аккуратненько сохраняем как частное. И теперь нам нужно снять наше отражение. Подождем, пока оно загрузится, и аккуратненько будем снимать отражение. И снимаем наше отражение. 3, 2, 1. И тоже аккуратненько сохраняем как частное. Пост. И начинаем монтировать. Заходим в программу GoZenR. Также выбираем коллаж вертикальный. И добавляем наши два видео. И теперь еще раз выделяем и добавляем второе видео. Тоже сохраняем. Теперь у нас есть такая полосочка, и мы подстраиваем. Вот так. Давайте посмотрим. Получается очень круто, мне нравится. Давайте сохраним. Next. Подождем, пока не загрузится. И save. Еще раз save. Наше видео сохранилось. А на этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег Снежана Снежок, чтобы я могла вас найти и лайкнуть. А мы с вами увидимся в следующих крутых видосах. Пока-пока! Всех люблю! В Америке зовет меня Игорь. Игорь крутой, как Игорь крутой. Крутой. Я крутой, как Игорь крутой. Крутой. Я крутой, как Игорь крутой.